Здравствуйте. Впервые установлен норматив объема высокотехнологичной медицинской помощи,
появился новый раздел 16 перечня ВМП с нормативом стоимости операции. Увеличен федеральный ключевой норматив на технику программы госгарантии. По сравнению с 2014 годом увеличен федеральный ключевой норматив, финансируемый программой на 12,7%, в том числе за счет средств ОМС на 18,6%, за счет средств бюджета на 0,2%. Финансирование оперативной диагностики переведено с федерального на региональную уровень. Доводная диагностика нарушений развития ребенка беременна, неонатальный скрининг и аудиологический скрининг. Особенности территориальной программы на 2015 год. Это увеличение количества частных медицинских организаций. По сравнению с 2013 годом их количество возросло почти в 3 раза. В 2013 году уже участвуют 74 медицинских организаций. Медицинский персонал, сопровождающий образовательный процесс дошкольно-школьного учреждения, будет переведен в систему здравоохранения в раздел ОМС. Финансирование амбулаторной клинической помощи будет проводиться по душевому финансированию частичного пункта держания. И объемы стационарной помощи приведены к федеральным нормативам. Программа включает в себя 16 разделов, основные из которых представлены на слайде. Среди учреждений здравоохранения, участвующих в программе в 2015 году, а это 246 медицинских организаций, основную часть 66%, или 163 медицинские организации составляют государственные учреждения. 4% или 9 организаций – это медицинские учреждения федерального подчинения. И 30% составляют медицинские организации иной формы собственности – 0,74. Объемы бесплатной медицинской помощи рассчитаны в единицах объема на одного жителя в год, исходя из федеральных нормативов и представленных таблиц. Превышение принимаемых объемов на федеральный имеет место для посещения поликлиники с профилактической целью на 3,6%, что связано с большим объемом диспансеризации населения. Впервые объем стационарной помощи не превышает федеральный норматив. Планирование проводилось с учетом классификации работы коечного фонда, функции койки не менее 331 дня и продолжительность лечения среднего 11,6. Утвержденные центральные нормативы стоимости медицинской помощи по бюджету полностью соответствуют федеральному нормативу. ОМС нормативы стоимости превышают федеральные нормативы в пределах от 0,8% до 6,5%. В среднем соответствует поправочному коэффициенту для нашей области, используемый при расчете субвенции федерального фонда. Отклонение отрицательной стороны имеет стоимость пациента дня к нему стационарию, поскольку федеральный норматив рассчитан с учетом расходов на оказание медицинской помощи в центрах, амбулаторной хирургии, хирургии одного дня. У нас пока таких другого разделения нет. С учетом перечня поручений президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета от 30 июля 2013 года и послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года, до 2016 года включительно необходимо обеспечить увеличение объема ВМП не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом. За счет средств ОМС и областного бюджета в 2015 году запланировано 13 370 ВМП. За счет средств федерального бюджета сделана заявка на 7 900 ВМП. Итого 21 270 ВМП. Превышает объем ВМП в 2013 году на 67%. В 2015 году планируется ликвидировать очередь на пару лицензированных коронарных артерий
социальной политики. Предлагаемая стоимость программы составляет 38 миллиардов 325 миллионов.